Здорово! Вы кто такие? Я вас не звал! Идите на... Всем доброго здоровья и приятного аппетита! Сейчас кушает с вами Юлия и Мишка. Всем привет! Ребята, это Клон Дрон. Сегодня будут опять эксперименты, и одни из них будут ваши. Первый из экспериментов — это как джетпаковцы сразятся. Слушай, а что они за тобой? А я не знаю, они сейчас, походу, да. Слушай, они даже джетпаки-то не включают. Давай, все, началось, Стой, а то сейчас тебя завалят. Да мне кажется, они ее сейчас в кашу сразу же поместят. Мне хотелось тоже посмотреть, как она будет крутиться во время лазера. Смотри, режь. Мне кажется, нужно двух ставить, как минимум. А дамочек? Хотя, да, конечно. Опа, хотя, слушай, погодите, ну, смотри, не факт, чем это все закончилось. Да все, у нее уже из меча даже нет. Из последних сил. К сожалению. Слушай, они ее быстро развалили, реально. Ну, давайте, знаете, что сделаем? Я ожидала, что они, знаешь, такие на нее прям налетят сразу, накинутся. Ну, мы сейчас поставим еще одну штуку и посмотрим, чем это закончится. Давай. Я, ребят, подготовил в этот раз челленджи. И еще спасибо за ваши идеи, все не влезли сегодня. Может быть, влезут потом, так что не переживайте. Все, короче, давайте посмотрим, как... Мужики, вы ребята, что за ребята, ребята, вам сейчас она развалит. А, ничего страшного. Слушай, нет, они и такие маневренные. И да начнется битва. Вуф, сразу же пошло. Слушай, дело, они пошло. Друг друга валят уже. Вот, про что говорю. Слушай, нужно еще больше развалили. Всех закинуть. Серьезно, нужно закинуть еще, наверное, мне кажется, 4 босса и еще побольше джетпака, мне слушай, кажется. Слушай, а хотя не... Ну, я смотри, не знаю, я мне кажется, вот эти дамочки завалят вот этих чуваков. Да не факт. Хотя, о, знает. Вот сейчас начнется. О, видал? Меня бы не завалили. Видал? Один на один нет, остался. А, да. Все. Все, она его Хана. Развалила, теперь вон последний остался. Блин, мне так прикалывают, как они подпрыгивают. Подлет пошел. Сейчас вот лазер балерины, начнется блин. Опять. И надо поставить ты... еще... Слушай, они сейчас на тебя. Ай, мы так и не узнали, чем все кончилось. Мне кажется, ничего хорошего. Мужик такой, нет. Фига себе, это было жестоко. Ну что, ребят, дичь так дичь устраивать. В общем, решили да, мы поставить побольше джетпаковцев и, собственно, плюс 4 босса. Босса. А, плюс 3. Одного, да, все. Плюс посмотрим. Ребята, разворачивайтесь. Да, только один только догадался, и то он блин, сдох, походу. Половину да? снесли нафиг. Так, ну что, ну погнали, все, погнали, валите, включайте, валите, посмотрим. Мужики, слушай, они их мощно атакуют вот этими минами. Так, лазер мимо кассы прошел. Сейчас ну, кто-нибудь, вот сейчас давай дискотеку. Видал, как она четко Ой. Вообще, из своих как будто вынесла. Сейчас а еще. нет, они живые. Тут не совпадает вот по таймингу, когда они джетпак включают, и она лазер, да. чтобы вот была крутизна да. вот такая. Все, сейчас завалит нашего. По мне бы не... Вот сейчас было чуть-чуть. Слушай, он один остался, а нет, двое. Короче, я подключаюсь к этой битве уже, нужно тут, самому на помахать. Каждого босса. Давай. По нашему сразимся. Воину, ну. Просто еще, конечно. Ну, естественно. Вот это сейчас было опасно. Вот сейчас было, да. Слушай, аккуратно, напряженно. Стой ты на месте, а. Она такая, да, сейчас, конечно. Она такая, стойка ты на месте. Еще этот вообще. Сейчас, может, вот завалит своего. О, у нас еще один живой остался. Ну, она же, смотри, так прикольно катается. Пипец, она тут... Насрал, ты что? Опа, шухер. Блин, слушай, они так эпично вот делают, так руки в стороны, прикольно. Тихо, этот кусок. Ой-ой-ой, Мишка, беги. Ну все. Сейчас все будет четко. Юлус. Понятно. Окей. Четко она нас развалила. Так, ребят, в этот раз проверим, как джетпаковцы с молотами справятся. Мы поставили буквально 3 штучки, я думаю, что одну... хватит. И одну босса. Вот, они еще, молодцы, короче. Сразу же просекли, куда так, нужно. Так, давайте. Поехали. Валите ее. В кашу а, прям. Ну, пока не... Да и двоих хватает. Пока смотри, они неплохо опа, справляются, они справляться. Хотя бы догадались, что сейчас ей нужно крутиться делать. Крутиться будет. Ух ты, хороший удар. А нет, одного вынесла. Чувак, ты иди не со мной туси. Ну. Давай, слушай, этот воюет. Видала, как мощно. Ай. Такой с выпада хотел слушай, ее вальнуть. Слушай, они всю броньку снесли. О, вот этот чувак одним ударом мощно, ее шибанул. Мощно. Можно будет сейчас попробовать поставить буквально, я не знаю, что ли, 2 штуки их. Давай. Злыдних. Так, я думаю, столько хватит или еще джетпак добавить? Ну давай хотя бы 2 еще. Еще 2. Ну 2 их, наверное, много. Ну давай. Их поставим, действительно. Ты только они... не забудь, да, реально. Все, они союзники. Все, готово. Будем смотреть, как все, это проверка, все короче. Закончится. Я думаю, что ставки... Я думаю, стоит... они их, да, точнее, я развалят. Тоже, я тоже так давайте, думаю. Давайте, мужики! Слушай, они хотя бы один. Умные. Да. Не, может, просто они ближе стоят. Ой-ой-ой, что происходит? Вот... Ага! Ого! Нифига всех себе. Всех вынесли! Ой-ой! О, ставки они, сделали слушай, неправильно. Тут вообще даже им урона-то не нанесли. Вообще ничего не Опа, успели сделать. Все. Все сдохли. Я боюсь, даже не справлюсь совершенно. Вот это жесть. Слушай, а почти ведь это сдохло. Я хотел просто, чтобы она попала. Ё-моё. Так, минус лапа. Мишка.
Напряг. Шансов ноль, сейчас я попытаюсь ее поймать. Она прям на тебя, пау, надо было. Сейчас она тебя попытается поймать. Сверху на нее залезем, зарежем ее. Прям четко налазим. Против нее с нулевым эффектом без толку. Ну что, я думаю, последний тест для джетпакеров. Миш, ты, кстати, на бамбу похож. Я согласен. Ну что, посмотрим. Ребята, разворачивайтесь и посмотрим. Петушки, короче, панки. Давайте. Они, на самом деле, очень быстрые. Вот это было круто, на самом деле. Что произошло? Один остался. Один. Давай, мужик, вали ее. Он очень быстрый. Их, кстати, проверять самое интересное. Они реально постоянно... О, одни ножки остались. Слушай, он сейчас... Ай-яй-яй. Меня чуть не... Там не сдохни, мужик, давай. Они прям в смертельном танце сошлись. Слушай, а вот с ними круто, на самом деле. Сейчас только она врубит прям на него. Я так и думала. Ну ладно, у меня все шансы тебя забрать. Отомсти за него, Миша, отомсти! Я постараюсь, но не факт, что это сделаю. Меня прикал, как на ноги сесть будет. Стоят, вообще. Ох. Ой, ну нет! Я же резанул, все. Ух, замечательно. Слушай, а можно реально на ножки было? Разрезал. Ну, слушай, а можно проверить? Мы уже, как сказать, оседлали в тот раз этого. Но это, к сожалению, ничего совершенно не даст. Ну-ка, стой, дай со стороны посмотреть. Ай, ну нет! Перевернул. Ладно, поперли. Ребят, также вы просили проверить, как будут сражаться простые офисные ребята с гладиатором. Кто так, кого? Просто, ну, короче, простые солдатики. Тут один на один. На самом деле еще рандом решает. Фига, он ему башку снес. Четко. Опасный. Я поэтому... Он на нашей стороне? Да, он на нашей стороне. Давайте еще раз попробуем. Давай. Сейчас проверим. Для чистоты эксперимента. Я думаю, реально, они примерно совершенно одинаковые по характеристикам. Но, тем не менее, посмотрим, на чьей стороне будет удача. Так, на ну слушай, а офис... Сила. Офисный такое чувство какой-то, он это очень более быстрый. Часто скорее парирует. Скорее всего, знаешь, из-за того, что... Вот. А вот видишь, в этот раз он... Он чисто звали на него из-за того, что залез, из-за этого все случилось. Да. Ладно. Офисный, скорее всего, более легкий, маневренный. Возможно. Давайте теперь проверим, как будут с молотами сражаться друг против друга. Давай, примерно одинаковых собрал, потому что есть же три разных молота. Это слабый, красный и огненный. Я взял среднего как раз, потому что офисный тоже красного цвета. Посмотрим, как это будет все выглядеть. Я уж не ставлю толпу на толпу, потому что... Да-да. Ой, я вообще думал, где его башка, она слилась с фоном. С фоном, просто. Да. Так, проверка. Понятно. Я думаю, что в принципе здесь не особо... Мне такая... нравится, как у него сейчас глаза горят прям все красным. По-моему, раньше вот в предыдущих версиях не было такого. Так не было, мы уже еще в прошлый раз сказали. Давайте еще раз проверим буквально для чистоты эксперимента. Так, проверка пошла, посмотрим. Давай. Ты за кого болеешь? Я, да... Ну, посмотрим, удастся ли ему вообще что-нибудь сделать. Реанимировать свое плохое положение. Так, ну, вот все, серьезно. Ну мы видали, то есть это рандом сплошной. Ладно, ребят, давайте следующий тест сразу же перейдем, там все с этим ребятами понятно, даже если мы толпу на толпу накинули, было бы, мне кажется, не так эпично. Посмотрим, как лучники посражаются. Так, ну, мне кажется, она сейчас их вынесет. Ну, знаешь, давай посмотрим, чем все закончится, зато это они будет эффектно. Слушай, они просто, да, простые, у них я нет не знаю, меча, почему. Да. У них меча нет, тут обыкновенные лучники. А то есть совушки еще, по-моему. Заметь, она снесла только одну штуку. Так, ну они ее, конечно, покромсали, да, неплохо. Даже промахнулась неплохо, сейчас, да. Поэтому все, она, короче, здесь... она не ожидала такой прыти от них, она, видишь, уже даже бьет и не попадает. Все, да, потому что ее немного покосило. Единственное, реально, вот мины, конечно, у нее хорошо работают. Все, ей сбили, в принципе, всю броню. Все. Ну все, она даже стрельнуть не успела. Не, лучники здесь реально решают. Есть, конечно, еще возможность проверить красных лучников, но я думаю, что стоит тогда хотя бы вот... Еще одну, да? Сделать хотя бы так, потому что, ну уж совсем жесть какая-то. Мы просто издеваемся уже над ними. Все, ты один из них, ты как полководец. Да-да-да, сейчас посмотрим, как они против двоих сразятся, чуть-чуть посильнее, давайте, конечно, лучники. Давайте, мужики. И они еще при том бегают. Заметь, что предыдущие стояли на месте. Да, только они... Ой, по-моему, еще хуже, наверное. Ну, для они нее... работают, чем предыдущие, нет. Ну, кстати, да, у них было время обстрелять. Те были слабые, обстрелять, но они стояли на месте, да, и за счет пока этого они шла... очень время выиграли. Ну, нет, а смотри, эти поперли вперед. Смотри, раз, одной нету. Ну уже, все, валите. Мне кажется, они выиграют. Ну все. Да, я тоже так думаю. Ее уже просто в кашу. Сейчас лишь бы она хотя... к тебе одного не попала. Буквально. Нет, сейчас они должны ее вынести. А у нее уже и меча нет, то есть она все могла бы только огнем их. В принципе, ее очень пугают дальние атаки, как я вижу. Ладно, у меня есть кое-что прям реально горячее для вас. Я сделал еще один челлендж. Да, пора его показать. В общем, ребята, я попытался максимально скреативить, создал карту, целую гору, по сути дела. Ну, как мне реально, кажется, как будет челлендж сложно.
Да, поехали. Выглядит... Пауки сидят, слушай, здесь по а краям. А мне еще, кстати, мозг обманывается, когда вот ты так наверх смотришь. Ты почувствовал, как по ровной дорожке идешь, да? Ну, кстати, есть такое. В общем, суть такая, что забраться не так-то и просто будет. Да. Все мины будут вас сносить вниз, и вы будете постоянно падать. Я уже, кстати, какую-то тихо, конечность потерял. Тихо, она сейчас тебе нашмаляет тут. Еще вы должны тем временем завалить всех этих чушков. У тебя ножки нет. Блин. Давай, вали его, а то он сейчас тебя тут нашмаляет, сейчас Мишка, снизу. Давай. Я слушай, достал. С одной ногой это будет еще тяжелее. Аккуратно, они все летят. Угол очень смотри, большой. Да что ты будешь делать? Ё-моё. То сам есть и так как бы реально бешусь. Сложно да подниматься, ты? А тут еще с этим, ну слушай, Миш, ай, ты блин. Молодец. Но самое стрёмное, что дальше-то будет хуже, на самом опять деле. Же, возможно, да. давай, в этом же весь челлендж-то и состоит. Если бы было слишком просто, было бы неинтересно. Я сейчас вообще реально уже... Так, давай, да ты что? Можешь... Баба вон без ног, там эта паучиха справлялась, и ничего. Иди вот сюда. Сейчас так четко, видал? Хорош. Продвигаемся. Смотри, так. Тебе нужно предугадывать, тебе нужно предугадывать. Да что ты говоришь? Сейчас нормально, ладно. Теперь в эту сторону. Вот видишь, отлично. Вот эти, правда, посередки прям. Да они постоянно роняют. Здесь не кажется, слушай, с одной ногой однако... без. Однако, нормально, мне, нормально. Вот, опять же, так дико не повезло с одной ногой. Да что, быстрее слушай, вставай. Слушай, непросто. А у тебя я и джетпака-то нету. Пробежался, нифига. Ай. О, хоть чуть-чуть. Они да взорвутся. Ой, повезло. Я уже испугалась. Добрался. Теперь вот сюда, правильно. Нужно зигзагами теперь в ту сторону. Так, а как так вышло? Да, быстрее вставай, робот, вставай. Слушай, хорошо, что не до самого конца. Так, да, блин, непонятно, ой, куда летят. Я тоже вроде не поняла. Справа, вставай. Все, он слушай, вроде может, как он сам упал? Выпилился. Походу, что нет. Нет, плюется подсирает оттуда. Немножечко. Там, может, их несколько осталось. Вон а нет, один брейк-данс устроил. Ну все. Что, пес, добрались на тебя. Блин, мне кажется, меня лишь бы сейчас только... не сшибло да. ни в то место. Ну, там еще прикинь... один. Вот ты пес. Вот так, все, он сдох? Да. Так. Ну че, где еще? Прикиньте, где пес? Кто пес? Где король находится, еще один чувак. Так, давай, вали его. Был бы еще круто, если бы ты прям с прыжка его смотришь. Ну, и слушай, самое прикольное, неплохо. Что назад я почти никак не вернусь. Но есть интересный способ. Давайте проверим, случится ли какой-нибудь глюкан. Правда, мне очень интересно, произойдет так. ли это. Просто при падении сюда мы должны появиться на план... Ага, все, вот о, что произошло. О, слушай, четко. Вместе с деталюшками. Хитро. Ну, все в порядке, то есть. Ладно, можно себя, наверное, починить. Я не помню, что себе оставил из, так скажем, прокачки. Да. Ну, да, проверим. Мне сейчас. Кажется, что нельзя себя починить. Да, а, клон все можно, клона, отлично. Ну, хоть что-то. Вот как в прошлый раз все повторяется. Так, опять же, я без одной ноги, ладно, хоть быстрее смог добраться. Ветеран просто. Ладно, пора подниматься, и нас ждет не тот же самый уровень, а уже более жесткий. Посмотрите на это. Все в других цветах совершенно. Слушай, здесь уже, наверное, понимаете, даже... падать здесь лучше не стоит, иначе вы окажетесь в лаву. И посмотрите, сколько здесь. Ой, этих... вот сейчас окажемся. Ой. То есть под углом нельзя падать. Иначе нас несет, и мы прям четко в лаву полетим. Все. Вот как сейчас. Видали, какая жесть. Ну, знаешь, возможно, сейчас даже легче тебе будет. Так, сейчас обе сюда, ноги. Да, уже летит эта вся ай, да, штука-то. Слушаю. Алло. Чуть, нет, все в порядке. Все нормально, быстрее, давай, гони. Четко, слушай, надо страшно. Маневрировать прям. Ай, я даже не знаю, что делать. Мимо меня пролетели. О, Мишка сейчас в центр прям полетит. Пипец. Однако, вот это, кстати, реально непросто. Это жестоко. Сейчас покажу, что хотел самое главное донести. Ты сливаешься с фона, может, они тебя не заметят. А, сейчас. Ну не, пройти должно. Я все-таки думаю, что реальную карту создал. Ё-моё. Так. Пролетело. Ну, с пауканами, конечно, прикольно. А прикинь, если здесь еще королев добавить. Ой, не надо этого делать. Слушай, а было бы интересно, мне кажется. Ого, взорвался. Слушай, ты тут немного ли их наставил? Нормально, меня бы осколком не бомбануло здесь. Да уж. Ой, руки. Повалились. Все, прощайте, чуваки. Да они выжили. Ну тут... ничего. Ай! Лава тут где-то была. Надо да, аккуратно. Она где-то прям, вот ты знаешь. Эй! Осколком бомбануло. Ну слушай, ну ты на самом деле почти их завалил. Странное ощущение, когда ты хотел создать сложную карту, пытался, а потом, когда ее создал, уже ненавидишь ее. Блин. Ай, сейчас... четко! Скатился прям в лаву. Блин, ну это просто жесть какая-то. Пф.
пипец, ребят, я тут куда-то не туда зашел, я тут все стены, обои ободрали. Так, ладно, спускаемся. Ай, все. Все, ты застрял? Да. Однако, мы в ловушке, короче. Сломал систему, а можно что-нибудь тут? А если вот сюда попытаться? Да мне кажется, здесь ничего, здесь должен быть наш робот, но ничего здесь нет. Слушай, все сломали, короче. Все сломали. Ребят, хотите увидеть зарисовку «Судный день»? Просто тут летит целая гора всякой ерунды. Примерно так и выглядит. О-о-о, сейчас все это рванет. Я уже просто, представляете, не знаю, как свою карту пройти. Кто это сделал? Сам создал, да. Кто этот придурок, который это сотворил? Это невозможно. Ну все, давай. О, это наш шанс. Какое счастье. Это наш шанс. Пожалуйста, да, дай пройти. Все, ну мины, могли бы они сгореть? Было бы неплохо. Да, блин, я не понимаю, почему они не горят в лаве. Убери кучу говна, не надо, пожалуйста. Есть. Ну. Тихо. Вот это вот, да. Сразу же. Все. Проваливай. Ай, Мишка, сейчас убери, придешь. Нет. Все, а тут еще подсирает. Слушай, оттуда. Слушай, откуда? Он один вон тут. Они, а нет, их тут целый лес. Как грибочки. Короче, здесь я хотел растут. К царю прийти. Посмотрите. Здорово, царь. Царь во дворце. Башку крутит свой. Ах ты, тихо, черт. Тихо, а то сейчас... Ну, можно сказать, что ты его прошел. А я сейчас пройду. Возьми тихо, всех тихо, клещенков. А то сейчас тебя это осколочком завалит. Я по воздуху левитирую. Ай. Ничего меня не завалит. Слушай, уйди, больно убери по свою фигню. Да чтоб ты, не так ты просто, ты уже до них, по сути, добрался, а все равно они, конечно, доставляют некоторые неудобства. Так, один глаз. Еще последний. Ну все, последний остался. Давай. Вот сюда. Царь за тобой наблюдает, давай покажи себя. Блин, тут все уже заморожился. Может, он даст тебе свободу, гладиатор? Ну, да стой ты на месте. Точнее, это получается не царь. А, сейчас еще... Ну, только вывалиться не хватало. Он сейчас упадет. Что с ним будет? Куда он делся? Кстати, пошли за ним. Так не, погоди. Все, он умер, типа. Я думала, он туда поместится. Ай-яй, вот это прикол был. Ну что, ребят, как вам свалочка? Да, кстати, он взорвется, если... Не, он просто разломается. Здорово! Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Царевич. Ты можешь на него накакать. Я обязательно это сделаю. Ладно, ребят, я думаю, что стоит на этом закончить. Надеюсь, вам понравились эксперименты и наши челленджи. Если что, пишите что-нибудь, и мы попытаемся это создать, сделать или воспроизвести. А на этом все. Всем хорошего настроения. Всем пока. Всем пока.